Вот она оборвана, и здесь вот. В трех местах, в трех точках оборвана. Притом, ну, затратили, я думаю, силу-то неплохую. За одну ночь то, что еще недавно было достопримечательностью города, превратилось в развалины. Цветомузыкальный фонтан на улице Маяковского у парка ВРЗ, который власти установили ко дню рождения областной столицы, сломали неизвестное. Это произошло накануне. И вот такую картину коммунальщики обнаружили сегодня утром. Всю установку, вот видите, как бы, она была приварена, просто свернули и положили на бок. Натуральным образом выдрали с корнем ее. Стоят насосы, идет подсветка. Напряжение подано, поэтому тут, да, при любом раскладе, как бы, уж кто-то рисковал тем, что могло этот самый ударить и током запросто. Кому помешало новое украшение города, выяснит специальная комиссия. Экспертам же и предстоит подсчитать ущерб. Но уже сейчас можно сказать, что вся установка обошлась городу в 180 тысяч рублей. Это не считая услуг мастеров, стоимости самого водоема и работ по прокладке кабеля. Теперь специалистам заново придется проводить электропроводку и ставить новый мотор. Вандалов в Вологде достаточно. Недолго радовались горожане благоустроенному облику областной столицы. С набережной исчезли 5 скамеек и столько же урн. Каждую ночь пропадают цветы с клумб и вазоны. А в самых живописных уголках остаются горы мусора. По излюбленным местам отдыха вологжан администрация города вместе с милицией начала проводить рейды. Главная задача которых – научить вологжан любить свой город. Он просто улетел. Он улетел сам. За один вечер оказалось, что тех, кто хочет видеть свой город чистым и ухоженным, не так много. Одна площадь Революции, излюбленное место отдыха молодежи, как на ладони. Бутылки, окурки. На любое замечание стражи порядка современные молодые люди быстро находят ответ. Сейчас надо полностью на... Сейчас молодежь вот таких вот надо изменять-то, а не нас уже. Нам уже трудно поменяться. Утром горы мусора мы убираем. Стараемся, и это повторяться ежедневно. Хотим данной акцией побудить сознательность граждан молодого поколения не допускать. Любить свой город и приводить его не тем, что тот не бросил, а предотвратил и сказал другу, чтобы тот не бросал тоже. Помощи простых вологжан сегодня призывают и сами власти. Если на ваших глазах мусорят прохожие, не стесняйтесь сделать замечание. Ирина Барышева, новости Вологды, при содействии Вологда-портал.